Теперь новый батутный центр. Здесь был каток, теперь здесь батуты. Называется Global Air. Я сказал, что это сейчас техническое открытие, официального еще не было. Сегодня целый день стоит 50 гривен. Это безлимит. Как дальше будет, пока непонятно. В ближайшие дни должно быть официальное открытие. Ограничений нет. Ограничений в возрасте нет. Дети до где-то 4 лет, от 4 до 7 вместе с родителями. А остальные ограничения в возрасте нет. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Это батутный центр. Вот, это батутный центр. Говорят, что очень крутой. И в Украине есть, о таком я еще не слышал. Вижу, вот подростки прыгают. Женщина сказала, что ограничение только весит до 90 килограмм. В ближайшие дни ожидается официальное открытие. Я, наверное, там буду, скорее всего. И пока не знаю. Возможно, пришло приглашение на открытие. Вот здесь какие-то кубики, на них так можно прыгать. Батуты. Так прыгаешь. Наверное, классно, надо попробовать. Энергии масса, я вижу. А вон дети. На горке такие прекрасно скатываются. Смотри, как классно можно крутиться. Прикольно. Ну, ждем официальное открытие. Это Global Air. Сейчас попробую еще снять высоты.